Ты такой молодец. Мужик. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. И сегодня у нас будет видео об идеях подарков на Новый год. На самом деле я буду рассказывать о том, что лично я буду дарить на Новый год. И какие еще идеи, мне кажется, были бы хороши, чтобы подарить на Новый год. Если вам эта тема интересна, я думаю, интересна, и она очень актуальна сейчас, потому что все к Новому году думают, что подарить, чем удивить, и также, может быть, и не потратиться сильно, потому что всех друзей и родственников много кому нужно подарить, и нужно как бы все это скомпоновать и выбрать лучшее для своих любимых людей. Поэтому оставайтесь со мной. Первое, что я вам хочу порекомендовать, это сертификаты от Lady Collection. Да, я сама их набрала целую уйму для всех своих родственников и друзей, но здесь ограничение идет, это подарки женскому полу. Да, мальчики могут дарить девочкам, девочки могут дарить всем своим девочкам, родственникам, и от мала до велика. То есть там есть как для деток, для девочек, так и для взрослых людей. Очень много бижутерии, заколок, всего-всего. Я взяла, допустим, по 500 рублей сертификаты. Там есть номиналом 500, 1000 и еще больше. Не помню, в общем, от 500, 1000 и выше. В общем, я взяла по 500 рублей, считаю, что по 500 рублей на Новый год подарить замечательно. И чем это хорошо? Тем, что, например, я была в Lady Collection, сейчас покажу, что я там приобрела. И, честно говоря, глаза постоянно разбегаются, потому что там столько всего, вот как ни придешь, всегда ты что-то себе выберешь. Вот, например, украшение, которое на мне сейчас, да, это вот я выбрала сегодня в Lady Collection. Можно было бы, конечно, прийти и самостоятельно что-то подарить, да, купить. Но лучше, чтобы это выбирал сам человек на свое усмотрение и на свой вкус. Тогда он будет это носить долго и с удовольствием. Ну, например, новогоднее, что можно там приобрести? Я приобрела там вот такие перчаточки. Вообще, очень классные. Вы, наверное, видели уже пост в Инстаграм, Lady Collection разыгрывали. Не знаю, конкурс еще идет у них или нет. Они разыгрывали бьюти-коробочки. И вот были такие перчаточки. Там несколько было аксессуаров в этих коробочках. В общем, вот такие классные перчатки. Дальше, новогодние носочки. Вообще они такие милые. Я лично себе взяла их для того, чтобы новогодняя атмосфера была полностью везде. То есть я сама себе радую. У меня губки для посуды новогодние, в общем, носочки. То есть я сама себе не обязательно на подарок. Это уже сами выберут, я сертификаты буду дарить. Также к Новому году в Lady Collection вот такая вот брошь в виде елочки. Мне она кажется очень крутой, красивой, нарядной, и я хочу ее в машину повесить для того, чтобы новогодняя атмосфера была везде. Дальше, если мы пойдем по аксессуарам, вот на мне, допустим, комплектик. Но это не комплект, я сама подобрала все. Вот такое вот замечательное ожерелье просто. Мне кажется, оно сюда очень красиво подходит. И сережечки такие с жемчугами подобрала. Мне кажется, отлично. Еще у меня появилось очень много новых вещей и костюмов. И в Lady Collection я под них подбирала, например, тоже нужно было мне сережки. И вот хочется мне сюда что-то на шею, поэтому я много всего набрала на шею. Например, один из аксессуаров это вот такое. Вот я раньше такое не покупала, но у меня сейчас появился очень красивый костюм. Мне кажется, под него будет просто идеально. Он тоже черный, поэтому я взяла не только вот такой черный вариант, но и для того, чтобы отличить, это как, ну, как вариант. Но я думаю, что много под что подойдет вот эта красота. Черными бусинами обшито, очень красиво. А сзади на завязочках завязывается. Также на шею к этому же костюму, все увидите, я взяла вот такой. Мне кажется, он тоже будет очень красиво играть на шее у меня. Вот, смотрите. Вот такой вот интересный. Также я взяла браслет, он очень такой, знаете, вот тоненький, утонченный вообще, в три дуги, и он очень светился, сейчас у меня здесь не видно, но он очень переливался весь, очень переливается вот этот, и мне кажется, он такой утонченный, тоже под многое подойдет, под многие платья, видите, его так издалека даже вообще не видно, но если оказаться в правильном свете, то он заиграет, засияет. Еще мне понравились вот такие необыкновенные сережки. Посмотрите, какие они огромные, золотистые. Только я их приложила вот так к себе, мне показалось, что это будет интересно, знаете, я не знаю даже с каких годов, но что-то в этом будет, и я обязательно постараюсь, может, даже под тот же и костюм. Но я не смогла прям под них подобрать себе что-то на шею, может быть, в следующий раз. Но сами сережки я не смогла обойти стороной, и я их обязательно взяла, вот такие круглые, классные сережки. Еще я взяла вот такие черные сережки под черный костюм, вы уже поняли, да? Я люблю, когда сережки разные, но при этом сохраняют один стиль. Вот такие красивые сережки. Я решила не останавливаться на одной паре сережек, поэтому я взяла еще вот такие.
Они выполнены из какого-то легкого материала и очень красиво смотрятся на ушках. И они очень легкие, что я люблю, чтобы ушки не болели. Еще я взяла вот такие вот длинные сережки. Мне кажется, они такие классические длинные под какое-то платье, которое, ну, может быть, коктейльное или вечернее, где вот как раз-таки нужны длинные сережки. Они тоже очень красиво играют при свете. Здесь, может быть, этого не видно, я стараюсь передать, но при определенном свете, вот таком вечернем, ресторанном свете, например, они очень будут круто сиять. Итак, с Lady Collection мы закончили. Я считаю, что это одна из самых крутых идей для подарков на Новый год, именно когда вы не знаете, что подарить вашему другу. Ну и для самих что-то приобрести, как раз-таки на новогодние, под новогодние наряды ваши, это замечательная идея. Там просто очень много всего, и я думаю, под каждый образ вы подберете что-то себе. Дальше идея подарка – это вот такой вот бьюти-бокс. Да, я уже говорила о том, что бьюти-боксы – это отличный подарок, когда вы тоже не ищете конкретно, чтобы подарить, но знаете, что ваш друг любит косметику, вы можете подарить такой бьюти-бокс, в котором вы сами до конца не знаете, что это. Сюрприз. Всегда то, что находится в коробочке, превышает цену стоимости этой коробочки. И здесь очень интересные всегда кладут продукты. Я, например, в восторге. Например, в коробочке вот такой вот новогодний нам пришел вот такой вот крем. Он очень необычный. О нем здесь, кстати, ничего не написано нигде. Обычно бумажечку кладут, где описываются продукты. Но здесь вот про этот продукт ничего нету. Комарка, не знаю, как правильно читается, не буду коверкать. И здесь внутри что-то черное. Я хочу открыть и попробовать. Я вот не понимаю. Запечатано все. Оно не черное. Это коробочка черная. А оно на самом деле не черное. Это крем. Какой он легкий, воздушный. Ух ты, ух ты. Сразу понятно, что премиум. Очень воздушный, приятный крем. Очень вкусно пахнет. Anti-age, это значит антистарение. Вот такой вот крем здесь у нас. Дальше здесь в коробочке положили нам, тоже этот продукт не описали, это масло. Я так думаю, какое-то масло сделано, но вот такой вот пробничек. Вот такое масло, не знаю тоже правильно, как оно читается. Ничего здесь не написано по-русски о нем. Так что мне нужно будет прочитать в интернете, что это. Далее у нас здесь пробничек The Skin House, вот такой вот. Это улиточный муцин, разглаживает морщинки, делает ровнее текстуру, тон кожи, регенерирует, устраняет акне для всех типов кожи, вот такой вот пробничек. Дальше нам здесь положили помаду, очень интересную. О ней здесь написано, и мы прочитаем. Это губная помада Royal Jelly. Бархатистая стойкая помада. Увлажняет, защищает, питает, регенерирует клетки кожи. В состав входит маточное молочко, которое ухаживает за нежной кожей губ. Препятствует появлению возрастных изменений. Имеет насыщенный цвет, роскошную текстуру и утонченный аромат. Давайте посмотрим, что за цвет нам положили. Здесь такой, знаете, красно-оранжевый цвет. Вот такая вот помада. Называется Coral Chic. Красно-оранжевая. Ну, красно-оранжевый, это же коралл. Далее от Riche нам что-то подготовили. С компанией Riche мы знакомы. Очень много продуктов у меня от нее есть. И масла, и шампуни, и много чего другое. Давайте проверим. Такого масла у меня еще нету. Это масло для лица от Riche. Со множеством разных масел. Я знаю, масла у них крутые. Приятный аромат. Чувствуется, что не одно какое-то масло здесь, а множество, и вот такой целый большой флакон. Далее у нас здесь еще есть что-то в коробочке интересное. Что же это, что же это? Я надеюсь, что здесь есть что-то по-русски, чтобы мы поняли, что это у нас такое. Но нет, здесь ничего нет по-русски, просто написано «Виолетта» и куча нерусских слов. Вижу по-английски «oil, oil, 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 oil» разный. И, значит, нам нужно тоже посмотреть в интернете, что это такое. Вот такое вот масло. У нас прям праздник масел каких-то с Beauty Box. Так, натурально-бежевый. Это у нас крем, натурально-бежевый образец. Вот такая вот, вот. Вот такой пробничек. Еще не пробовала, попробуем. И что-то интересное у нас вот здесь, красиво запаковано. Сейчас откроем, посмотрим, что здесь. Это у нас пробничек сыворотки, которая прерывает старение. Сыворотка, у меня сейчас рука молодец. Абсолютно без запаха, значит, думаю, гипоаллергенная.
это хорошо. В общем, вот такие новогодние у нас были подарочки от New Beauty Box. Ссылочку я оставлю тоже внизу, так что это хороший подарок, сюрприз для любой девушки, думаю, будет приятно. И еще раз повторюсь, что все продукты намного дороже стоимости самой коробочки. Это очень выгодные подарки. Дальше одна из супер-мега-замечательных идей подарков, и она выглядит просто бомбически. Это вот такая бьюти-коробочка. Та-да-да-дам! Как бы вам такое показать, чтобы она не засвечивалась. Что здесь? Здесь... А, я сейчас открою вам коробку. Здесь акцент идет на ламинарии. Это водоросль для обертывания. Представляете? Смотрите, здесь очень много целостной прям водоросли. И инструкция о том, как это обертывание сделать. Для обертывания всего тела вам понадобится 400-600 грамм сухих водорослей. Я думаю, что здесь примерно так. А дальше в коробочке идет бомбочка для ванны. Идет... крем для ног ночной. Здесь достаточно много его, это не на один раз. Дальше скраб. Orange Flower скраб. Тоже его не на один раз. Не, хотя вот эти, наверное, может на один раз, если для всего тела использовать. И ментол. Также здесь идет крем для тела. Крем глубокого увлажнения с приятным ароматом. Здесь тоже содержится экстракт ламинарии. В общем, водоросли эти везде. Очень много косметики. У меня, кстати, есть крем для рук еще. Круизная коллекция с кокосом. И везде в этой косметике содержится ламинария, экстракт ламинарии. Это вот такая водоросль, которая очень круто способствует, в общем-то, всему. И такую коробочку я буду разыгрывать для вас в Инстаграме, поэтому обязательно добавляйтесь в Инстаграм. Одну такую коробочку я, например, подарю своей подруге, одну коробочку такую я, естественно, оставлю себе, а третью коробочку, у меня три коробочки такие, я разыграю для вас в Инстаграме, поэтому добавляйтесь в Инстаграм. Вот такая вот целая коробочка отправится какой-то одной счастливице к Новому году. И это, я бы сказала, супер-мега отличная идея для подарка. Представляете? Во-первых, оно выглядит очень круто. Во-вторых, я думаю, мало кто пробовал вот так вот обертывание вот такой целой водоросли. Мне лично это очень интересно. Также, может быть, вы видели уже мое видео про мой дневник. И я считаю, что это отличный подарок вообще на любой праздник. И в Новый год в том числе. Это для маленьких наших девочек подарить вот такой вот дневничок. Это реально останется надолго памяти. Я после того, как я его нашла, я даже сейчас, честно говоря, была рада его получить в таком возрасте. Единственное, что не было бы времени сейчас его заполнять. Но девчонкам очень круто. Поэтому, если вы не знаете, что подарить девочкам, может, племянницам, детям своим, там, да, или детям своих друзей, вот отлично для девочки подарок. Что касается мальчиков, здесь очень сложно, потому что я сама, честно говоря, не знаю, что дарить мальчикам другим. Своему знаю, что дарить. Вот если вы будете судить по моему, то мне всегда нравятся носки, майки, когда дарят что-то из одежды, игрушки, потому что я считаю, что у ребенка, ну лично как у Деньги, все игрушки надоедают. Всегда кайф что-то новенькое. Пусть оно будет музыкальное, пусть оно светится, ярчит. Лучше пусть оно будет что-то не огромное, потому что не у всех позволяют, например, квадратура хранить большое что-то, да, но какие-то такие интересные мелочи, познавательные. Например, пацаны постарше, они любят лего. У меня, например, малой еще маленький, ему бы что-нибудь музыкальное, да, а вот постарше мальчикам, например, можно дарить лего. Что касается мужчин, что касается мужчин, мужчина, посоветуй, что нам мужчина подарить? Мы еще не придумали, да? Мы еще не придумали, что подарить мужчинам. В общем, не судите строго, но что подарить мужчине, ну, что подарить мужчине, я не знаю. Я вот своему любимому подарила сразу все в одном. Песню на день рождения, на наше трехлетие и к Новому году. Песня про то, как сильно я его люблю. Я думаю, достаточно, да, Дэнь? Ты что дерёшь? Что сам себя бьешь? Ладно, мои хорошие, я надеюсь, что наше видео понравилось, идеи подарков были актуальны и интересны, и вы обязательно воспользуйтесь моими советами, потому что мне, например, действительно очень тяжело подбирать каждому подарок, и для меня сертификаты от Lady Collection просто находка, честно говоря. Beauty Box я обожаю всегда, это всегда клево, актуально на любой праздник, и вот новая идея подарка, это такие вот ламинария, да, огромные такие коробки, подарки, вообще супер-пупер. Ну и я рада для вас сделать такой конкурс.
Все, мои хорошие, я с вами прощаюсь. До следующего видео. Заходите в Инстаграм, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И увидимся в следующем видео. Пока-пока. Пока-пока. Говори. Пока-пока. 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 Пока. Маши пока. Пока-пока. Скажи, мам, я не понимаю, кому махать. Пока. Пока, Маши. Скажи, я сейчас помахаю. Пока, Маши. Иди, мой сладкий. Иди поцелуй. И ты такой молодец. Мужик. Так ему нравится мой Сережа. Отстань от меня, Сережек. Зацелованный. Ты в маминой помаде, видишь?